Держись подальше. Ты что делаешь в моем доме? Какая дерзость! Хорошо, это может мне пригодиться. Заходи, поговорим. Тебе стоило побывать тут 30 лет тому назад. Что ж, отлично. Люди должны уметь находить общий язык, особенно в наши времена. Цивилизованная беседа – величайшее из утраченных искусств, не так ли? Ха! Слова истинного сорвиголовы. Отлично. Такой храбрец, как ты, может сослужить мне хорошую службу. Видишь ли, у меня похитили семейную реликвию. Эту реликвию, книгу, утащили болотные дикари. Разобьешь пару голов, принесешь книгу, получишь денег. Что скажешь? Как что? Деньги! Верни мне книжку и получишь 1000 крышек. Без вопросов. Хорошо. Дураки, которые ее украли, верят, что она волшебная. Так что ее, вероятно, хорошо охраняют. В восточной части променада в подвале разрушенного дома есть языческое капище. Думаю, она там. Верни ее мне и получишь награду. Не глупи. Я рассчитываю, что ты вернешь мне книгу. Я думал, ты справишься быстрее. Отправляйся на капище в восточной части променада и готовься к драке. Не думаю, что в твоем любопытстве есть большой порог. Что ты хочешь узнать? Ему сотни лет, но оно все еще крепко держится. Перед тобой отличный образец викторианской архитектуры. Полагаю, с таким же успехом это место могло быть названо в нашу честь. Мы стали Блэкхоллами, когда приехали на эти берега за много поколений до Большой войны. Мы стараемся не забывать о своей истории, особенно в эти темные времена. Что еще ты хочешь обсудить? Но я так понимаю, причина кроется не только в воровстве. Ты тут, видимо, недавно, раз до сих пор не знаешь ответа на этот вопрос. Да, они опасны. Они стреляют. Убивают и пытаются съесть любого чужака, а часто и друг в дружку стреляют. Людьми они, короче, быть перестали. Нет, не о них. Тем тоже мозгов не хватает, но они хотя бы полуцивилизованные. А у болотных дикарей нет ни веры, ни принципов. Они считают, что в этой книге заключена некая оккультная сила. Чепуха и суеверия, конечно. Что еще ты хочешь обсудить? Смотри, не попади под пулю.
Постарайся там не запасть. Книга. Тебе удалось ее найти. Быстрее давай сюда. Ты же не собираешься отдавать ее Марселле? Это женщина, и пары крышек тебе не наскребет. Отдай книгу мне, и получишь награду. Не скажу, что это я. Однако у тебя все больше поводов отдать книгу мне. Мы заключили сделку, тупица. Отдавай сюда книгу и забирай свою плату. Зачем тебе эта книга? Моя книга. Возвращайся только тогда, когда ты образумишься. Мы заключили... Да, да, конечно. Вот тебе за труды. А теперь отдай ее мне. А вытереть ноги было так сложно. А вытереть ноги было так сложно.
Тебе стоило побывать тут 30 лет тому назад.